Всем привет, дорогие друзья, с вами Яблочный Эксперт, и в сегодняшнем видео я вам хочу, конечно же, рассказать о том, что вышла iOS 12.1.5. Вот давайте же с вами посмотрим. Вот она вся из себя прекрасная. Но что хочется сказать, каких-то особых изменений здесь нет. Все так же быстро работает, все так же быстро реагирует. Нет ничего особо такого заметного. Батарейка держит так же, то есть скорость та же, и никаких нареканий нет. Но хотелось обратить внимание на то, что нас ждет. Ждет у нас впереди презентация Apple, она будет 25 марта. Вот, как всегда, все будет очень интересно, очень все-таки то самое слово, которое говорил всегда Стив Джобс, amazing, именно ждем того чуда, которое нам представят. Там, скорее всего, будут некоторые устройства, и, конечно же, выйдет новая iOS 12.2, то есть сейчас, которая идет с публичными бетами, тестируется. И также объявят нам iOS 13, то есть скажут, какие будут фишки, и она будет доступна уже, скорее всего, с 3 июня на следующей презентации Apple, когда нам публикуют также новые гаджеты и новую iOS. То есть там должно быть все то, чего действительно мы ждем, может даже темная тема, новые фишки, и в принципе это для нас будет всех сюрприз. Это все магия, которая будет происходить, и все мы будем очень ждать. Поэтому вот как-то так. Этот ролик был более, скажем, акцентирован на то, чтобы проинформировать вас, что ждет, напомнить. Может кто-то не знает, а кто-то знает, напомнить. И также просто не забывайте подписываться на мои соцсети, мой Instagram, ВК, Facebook. Все ссылки будут в описании, а точнее закреплены в комментариях. И все, делитесь этим видео с близкими, подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, возможно, ставьте лайк или дизлайк, на ваше усмотрение. Всем пока!